Городок. Ну, здравствуй, доктор. Здравствуй. Вы кто? Я. Иванов я. Вологодчина, село Завалье. Председатель. Ты что ли по деторождению-то будешь, а? Я сексопатолог. Секса какой ты? Секса по деторождению, по деторождению. Ну, выручай, друг. Спасай, добрая душа. У меня жена никак не забеременеет, понимаешь? Ну, так вам надо было сюда жену привезти. Ну, в смысле, на анализы. Сейчас среди женщин это очень распространенное явление. А у нас в Завалье просто поголовное. Ты посмотри, что делается-то. У меня у жены детей нету, это раз. У соседок моих, Клавки, Глашки, Нюрки, Галки и Любки, тоже детей нету. Это два. У бабы Анны детей нету. И у секретарши Галки. Это три. А ты говоришь, жену на анализы. Это не жену. Это мне на анализы надо. А, вот оно что. Вот так вот. Так, ну, для начала мы вам сделаем анализ тестис ликва. Ага. Давай, дырявь. Да нет, ну что вы, это идите, я вам расскажу. Понятно, нет? Ну, ясно? Понятно. А как же это? Это очень просто. Ну. Вот баночка. Вот. Кассета. Там в соседней комнате видеомагнитофон. Ну, там такое. Вставите в видеомагнитофон и никаких проблем. Понятно? Ну, понятно. Магнитофон, так. Да. Магнитофон. Ну. Пойду. Угу. Угу. Доктор, в магнитофон я вставил. А что с этим делать?